Флойд Мейвезер был ограблен преступниками. Злоумышленники ограбили дом бывшего чемпиона в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего в Лас-Вегасе. Сумма ущерба составляет 120 тысяч фунтов. Инцидент произошел в прошлые выходные, когда Мейвезер отмечал свое 40-летие в Лос-Анджелесе. Грабители взломали дверь и проникли внутрь. В числе украденного числится несколько дорогостоящих вещей и коллекционные часы. Злоумышленники пока не найдены. Возможный бой Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера-младшего по правилам бокса не продлится все отведенное время, считает напарник Макгрегора по тренировкам Артем Лобов. За сказанное я получил волну критики, но, честно говоря, я не вижу возможности Мейвезеру протянуть дольше 6 раундов. Если бы бой был с Пакьяо, то Мэнни не протянул бы и дольше 2 раундов, цитирует Лобова. Я был тем человеком, который предсказал победу Конора на первой минуте в бою с Альдо. Конор в интервью говорил о 4-й минуте, а я возразил: забудьте о 4-й минуте, все закончится на 1-й. Меня, конечно, возненавидит, но кое-что я знаю. Я спаррингую с ним уже очень давно и наблюдаю за боями много лет, поэтому кое-что понимаю. Доминирующий чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин высказался о ситуации с Саулем Канело Альваресом. Напомним, что в прошлом году мексиканец обязан был встретиться с казахстанским панчером, но принял решение освободить титул. Теперь же их поединок планируется на осень, но оба бойца должны одержать победу в предстоящих весенних поединках. Сторона Альвареса утверждает, что в данный момент контракт на бой в руках Головкина и все вопросы именно к нему. Я не слишком большой боец. За месяц до боя я вешу 75 килограмм. Вчера после спаррингов я весил 74,4 килограмма. Ради боя с Флойдом мог бы спуститься в 69,8. Это же бой мечты. Что до разницы между Флойдом и Мейвезером и Канело, то она значительна. Флойд лучший из лучших, Канело ничто. Я общался с ним в прошлом году. Много говорил о том, что мне нужен этот бой, что я хочу этого. Уже устал говорить об этом. У меня нет уважения к Альваресу. Он эгоист, заявил Геннадий. А с вами был канал Fight Today. Подписывайтесь на наш канал. Самые свежие новости из мира бокса и ММА.